Всем привет, друзья, вы на канале Султан, меня зовут Влад, и мы продолжаем играть в Warcraft, Legend of House, играем кампанию за Альянс. Продолжаем. Значит, в прошлой серии, вот только что доиграл, Принц и Пророк в тот же день по дороге в Стратхольм. Значит, ждали мы подмоги от Утера, он слишком долго шел, и, короче, паладин обиделся, говорит, я Артес нахер, я пойду в Стратхольм убивать Мирнхуй, что-то там, короче, какого-то злодея. Ну и все, я отделился, говорит, с тобой или без тебя, до свидания. Дурачок. Приветствую тебя, юный Опа. Принц. Нам нужно поговорить. У меня нет времени. Послушай меня, мальчик. Это королевство обречено. Тьма уже спустилась на землю. И ничто не в силах остановить ее. Ага. Если ты действительно хочешь спасти свой народ, уводи его вдоль моря на запад. Бежать? Мое место здесь, среди моих людей. И я буду защищать их. Значит, ты уже сделал свой выбор? Запомни, чем яростнее ты будешь бороться с врагами, тем быстрее твои друзья окажутся во власти повелителя. Я вот не помню, пророк, он хороший или злой? Чё он нам подсказывает? Потому что в фильме Медив... Прости меня за то, что я пряталась, Артас. Был одержим скверной. Я ощущаю в нем огромную силу, Артас. Может быть, он действительно знает, что произойдет. Ну, Медив, да, он его же. Слова не заставят меня покинуть роль Джайна. Палит меня сверху. Не волнует, на самом ли деле этот безумец может видеть будущее. Ага. Пошли. Куда пошли? Очищение Стратхольма. На следующее утро на окраине Стратхольма. О, Утер подоспел. Я рад, что ты все-таки решился, Утер. Следи за языком, юноша. Хоть ты и принц, но ты еще и паладин. А в Ордене я пока еще старше тебя. Как будто я не помню. Послушай, Утер, я должен рассказать тебе кое-что про чуму. Так и че? О, нет, мы опоздали. Все эти люди заражены чумой. Сейчас это еще незаметно. Но скоро все они превратятся в зомби. Что? Весь город должен быть уничтожен. Как ты мог даже подумать об этом? Должен быть какой-то другой путь. Исцелить надо? Проклятие, Утер! Как будущий король, я приказываю тебе очистить этот город от солдат тьмы. Пока ты еще не король, юноша. Но этот приказ я не выполнил бы, будь ты хоть трижды королем. Тогда я должен расценивать это как измену. Измену? Ты чё? Ты совсем лишился рассудка, Артес? Да? Лорд Утор, властью, данной мне по праву наследования, я отстраняю вас от командования и освобождаю от службы ваших рыцарей. Ты не можешь это просто... Это уже сделано. Те, кто действительно хочет спасти эту землю, за мной! Остальные убирайте с глаз! О, лошадки. Ты пересек опасную черту, Артес. Джайна. Дурачок, что ли? Джайна, прости, кидай его тоже. Я не могу смотреть на то, что ты собираешься сделать. Правильно. Дурачок, что ли? Все, он собирается город, получается, уничтожить. Правосудия. Ой, во имя правосудия. Дурачок, что ли? Убейте 100 зомби, помешайте Малганусу собрать 100 зомби, рыцарь эти доблестные конных воинов может упоминать... Разумеется. ...нанимать в казармах. Отличный план. Есть лесопилка за... Ну, капец. Чего? Начнем с лесопилки тогда, чё? Здесь нельзя строить. Угу. Так, есть лесопилка. Опять работа? Дальше, кузница. Хорошо. А, лесопилка есть, стой! О, ресурсы вернули. Чего? А кузница есть? Надо было чекнуть сначала.
А, все, больше ничего нету. Так, фермы погнали. Хорошо. Свет дает мне силу. Ну, поехали, посмотрим уже, что там есть. Разумеется. Зачем мы сейчас будем? Птички и мяч. План. Отличный план, да. Не хватает золота. Давайте, хоть кто-то пусть их защищает пока. Но мне кажется, это прям... Я служу свету. Ужасный план. За честь и отвагу. Так, есть источник. Конечно. Молодости. Отличный план. Конечно. Жду приказания. Разумеется. А, во. Отличный погоди. План. Готово. За честь тут что-то есть, погоди. Тут что-то есть. Как скажете. Не хватает золота. Не хватает золота. Не хватает золота. Исследование завершено. Не хватает золота. Да, господин. Не хватает золота. Сейчас мы такую армию построим. О, угу. Закачается. Чего? Того. Ну, я пошел. Ага, давай. Не хватает золота. Че у нас там? Мечи. Не хватает золота. К бою готов? Не хватает золота. Ей золото, что ты врешь? Так, огнестрел появился. Во имя правосудия. Пойдем посмотрим. Пойдем конечно. Посмотрим, что есть. Разумеется. За честь и отвагу. Завоеваться. Конечно. Отличный план. Разумеется. Конечно. К бою разумеется. Готов? Конечно. Разумеется. Готово. Отличный план. Так. Я ждал тебя, юный принц. Я Малганус. Ага. Драться будем? Как видишь, твои люди отныне принадлежат мне. Дом за домом я порабощу этот город. И огонь жизни угаснет здесь навсегда. Я не допущу этого. Лучше эти люди погибнут от моей руки, чем станут твоими рабами после смерти. Разумеется. Так ты их, если даже умрешь, они же все равно станут рабами после смерти. С ума сойти. Ладно. Да будет так. Постройка завершена. Конечно. Свиток возвращения. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Теперь я действительно был. Они всегда можно отступить. Исследование завершено. За моего отца! Разумеется. О! Конечно. За честь и отвагу! Книга силы. Есть! Конечно. Так, все силы сюда. Да, сэр. Сделаю. Хорошо. Не хватает золота. Да, господин. Хорошо. Не хватает золота. Так, хорошо. Так, вы тут, мы тут. Есть. Значит, Артес Малганус. 12-0. Счет. Я готов. Где враг? Сейчас сравняемся. К бою готов? Сейчас сравняемся, нормально будет. Не нужно кланяться. Разумеется. Готово. Теперь я действительно пал. О, слушай, а он не такой... Он не такой крепкий, как я думал. Отличный план. Слушай, есть. Воскрешение воинов. Разумеется. Есть. Отличный план. Так я должен рубить? Они получат по заслугам. А, он перезагружается, отлично.
Так. Сюда ходишь? Не хватает золота. Куда стрелять? Сделаю. Я служу свету. Поздно просить пощады. За честь и отвагу. Ага. Бою готов за моего отца. Дайте цель. Уже в пути. Хорошо. Огонь! Да, сэр. Что прикажете? Во имя правосудия. Жалкий глупец. Так бей, бей, бей. Разумеется. Конечно. За моего отца! Пока этот парень спит, надо это... Дела делать, собственно. Не нужно кланяться. Отличный план. За честь и отвагу! Они получат по заслугам. Ну вот сейчас моргал. Отличный план. Все проморгает, все проспит. Поздно просить пощады. Еще надо воинов. Да, ваш броди. Бей, ну чё стоишь? К оружию! Так точно. Будет исполнено. Ура! Так, пока ровно идем. Бою готов? Я служу свету, конечно. А что по тебе не видно, что ты свету служишь? Что прикажете? К оружию! Ура! К оружию! В атаку! То есть, по идее, мы просто крестьян расстреливаем. Интересная игра. Враги. К бою готов? Куда стрелять? Иду. Помпиду. А ты откуда взялся? Стоять. Не хватает золота. Ходит, нет тямы. Я снова живу. Это ты молодец. Свет дает мне силу. К бою готов? Разумеется. На нас напали. Конечно. Теперь я действительно зол. Да, сэр? Иду. Уже в пути. Сделаю. Так, ну вроде укладываемся. Не хватает золота. Дайте цель. Опять работа. К бою готов? Да, ваш вроде. Не нужно кланяться. Так, укладываемся, укладываемся. Они нормально. Они получат по заслугам. За моего отца! Постойте. Отличный план. За честь и отвагу. Так, ману держим. Держим ману. Держим. Разумеется. Ладно, незачем уже. А, я уснул. Я уснул. Во дела. За честь и отвагу. За моего отца. Отличный план. Поздно просить пощады. Они получат по заслугам. Поздно просить пощады. Так, есть. За моего отца! Не хватает золота. Не хватает да, золота. Где враг?
они получат по заслугам. Поздно просить пощады. Жалкий глупец. Успел. Почти успел. Они получат по заслугам. Так, где-то у нас стрелок есть, короче. Разумеется. Полумертвый, вот он. Жалкий глупец. Теперь я действительно зол. Они получат по заслугам. Поздно просить пощады. Отличный план. 36. Разумеется. Ага. За моего отца. Слушай, а вот он говнюк, а? Реально можно было что-то свое придумать. Ну, я не знаю, там... Лечебное зелье... придумать. Теперь я действительно зол. Они получат по заслугам. Конечно. Реально, настоящий правитель бы не подумал об этом. Конечно. Ой. За честь и отвагу. Артас, Артас. Отличный план. Поздно просить пощады. Конечно. Они получат по заслугам. Теперь я действительно зол. Отличный план. Они получат по заслугам. Да. Хорошо. Не хватает золота. Так, а что там с кузней? Подожди. Не хватает золота. Не хватает золота. Да, господин. Не помогай, раз золота не хватает. Что прикажете? Уже в пути. На нас напали. В цель. К бою готов. Получай. Во имя правосудия. Так, кто напал? Разумеется. Я все проспал. 17 секунд осталось. Теперь я действительно зол. Найти цель. А что, не регенерируется? Подожди. Погоди, а когда это они регенерируются, значит? Бою готов? Я снова живу. Пуджа завалили? Пуджа завалили. Все, отлично. Постройка завершена. Не хватает. Где города. Живет? В каком он... Я служу свету. А где он живет? Я не вижу его. Сейчас мы его найдем без проблем. Поздно просить пощады. За моего отца. За моего отца. Теперь я действительно зол. За честь и отвагу. А, отличный все, мы в нужном план. Направлении, нем, поздно отлично. Поздно просить пощады. 56. Мы его опережаем, нормально. Они получат по заслугам. В крайнем случае телепортнемся. А там уже войско есть. Пойдем с новыми силами. Все нормально. Жалкий глупец. Постройка за моего отца. Жалкий глупец. Теперь я действительно зол. Разумеется. Конечно. Отличный план. За честь и отвагу. Конечно. Так, ну погнали этого Маргулиса завалим. Отличный план. Конечно. Пока он тут все войска не набрал. Давай, отличный давай, давай, план. Скорей. Отвлекаем его от следующего дома. Отличный план. А, он просто собирает их, я понял. Конечно. Отличный план. Они получат по заслугам. Сразу все силы в него. Можно просить пощады. За Лордерон. Конечно. Теперь я действительно зол. Жалкий глупец. Отличный план. Он отходит, поэтому все силы в него не получится. Коняшка, разумеется. Живи. Ладно, мы сейчас воскресимся.
Ага. Свет дает мне силу. Отлично. Отличный план. Отлично, отлично. Я же говорю. За моего отца! План просто шикарный. Что прикажете? Постройте ферму. Опять работа? Да, ферма нужна. Хорошо. Постройте ферму. На нас напали. А, не точно. Я и забыл про вас уже. Так, хорошо. Разумеется. Теперь я действительно зол. Куда стрелять? В цель! Свет дает мне силу. Не нужно кланяться. Они получат по заслугам. За моего кто, отца. Мирные жители? Охеренная стратегия. Поздно просить пощады. За честь и отвагу. Успели. Так. Отличный план. Разумеется. За моего отца. Исследование завершено. Поздно. Исследование завершено. Осаждают враги. За моего отца. Они получат по заслугам. За моего отца. Дайте цель. Хорошо. Да, господин. Угу. Хорошо. Опять работа. Угу. Что прикажете? На нас напали. Свет дает мне так. Силу. Наш город осаждают враги. За честь и отвагу. Жалкий глупец. Хватает, нет? Хватает, нормас. Не хватает золота. Все, возле ратуши все собираемся. Собираемся все возле ратуши. Не хватает золота. 250 надо. Ну, тогда меньше пацанов. Во. Теперь хватает. Напали? Нормально, отбились. За моего отца. Исследование завершено. Бою готов? Теперь я действительно зол. Исследование завершено. Разумеется. Так, успели, хорошо. За честь и отвагу. 14 разумеется. Секунд осталось, давай сюда. За честь и отвагу. Хреново будет, если он вверху телепортнется где-нибудь. Воскресится. Отличный план. Поздно. Так, ну погнали пока первый дом, а там разберемся. К бою готов? Я снова живу. Отлично. Теперь я действительно зол. Поздно просить пощады. Теперь я действительно зол. Поздно просить пощады. Разумеется. Вот он. Постройте за честь и отвагу. Давай. Так, солдат. Конечно. Не погибай. Исследование завершено. Так, еще один солдат. Где? Разумеется. Живи. Конечно. Живи. Жалкий глупец. Они получат по заслугам. Так, давай, нежить быстро добьем. Он мягкий. Теперь все, теперь быстро. Моргануса. Есть. За честь и отвагу. Все, никто не погиб, отлично. Жалкий глупец. Теперь я действительно зол. Давай, сейчас быстренько, быстренько. Поздно опа. Просить пощады. Так, здесь. Не хватает золота. Не хватает золота. Понял. На нас напали.
Не нужно. Этого следовало ожидать вообще-то. Где враг? Теперь я действительно зол. Жалкий глупец. За моего отца! Теперь я действительно зол. За моего отца! Жалкий глупец. Поздно просить пощады. За моего отца! За моего отца! Конечно. А, на А, я понял. За честь и отвагу. Теперь будет все быстрее. Жалкий глупец. О, соточка есть. Сейчас мы покончим с этим, Малганус. Один на один. Храброе сердце. К несчастью для тебя, мой юный принц, все только начинается. Что начинается? Собирай свои войска и отправляйся за мной в царство вечных снегов, в Нортренд. Там мы и уладим все наши дела. Там ты узнаешь свою судьбу. Будь ты проклят, Малганус! Я отыщу тебя и на краю земли! Ты слышишь меня? На краю земли! Ну мы уже видим, да, предпосылочки того, что Ардас... того, чувак. Так, хорошо, ладно, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, комментируйте, отправляйте это видео друзьям. Также... Ну а что такое? Кашель и все. Также не забывайте, что внизу есть в описании ссылочки на Трова, Good Game, Twitch, паблик ВКонтакте, Telegram, также сервер Discord, где мы публикуем всякое разное и вместе играем. Заходите также на Donation Alerts и не забывайте про комментарии. Увидимся в следующей серии. Всем пока.